первый день использования и немножко поделюсь своими впечатлениями. Первым делом, конечно, нужно полностью очистить лицо от макияжа, и потом мы уже нанесем эту масочку, первую масочку, и посмотрим, что и как. Так, кожа у меня очищена, берем первую масочку и освобождаем ее от верхнего покрытия. Очень интересная система, вот такой кружочек. И теперь в посуду какую-нибудь мы кладем нашу маску и заливаем вот этим компонентом, чтобы она полностью пропиталась. Вот, резко. Ой, как интересно. Смотрите, все прям растет на глазах. И все, она уже, я так понимаю, полностью впитала в себе все, что нужно. И теперь нам нужно эту маску нанести на лицо. Так, здесь уже ничего нет. Очень интересно, посмотрим. Я тоже первый раз вместе с вами делаю, и мне очень интересно. Обычно это такая тканевая. Так вот она выглядит. Так интересно. И наносим на лицо на 3 минуточки. Теперь снимаем и остатки стараемся впитать. Теперь берем второй компонент и наносим. То есть я вам представляю, это такой крем. И наносим на лицо. Маску можно делать это в течение 12 дней каждый день или 6 недель 2 раза в неделю. Этот крем можно использовать каждый день. Его там много. Ну и вот, прошло примерно уже, наверное, месяца 2, как я практически закончила эту коробочку. Крем у меня пока есть, я им пользуюсь практически каждый день, только с утра. Ну, бывает иногда и вечером. И мои ощущения, и мои вообще впечатления. Также, кстати, я давала одну упаковочку и две тканевые маски подруге. Ей как раз нужно было куда-то там на какое-то мероприятие. Она мне позвонила, говорит, я, говорит, в таком восторге, даже после, говорит, одного применения что-то, говорит, невообразимое. Кожа гладкая, вот морщины как бы, они не пропадают, но как бы незаметное что становится. Я не знаю, что в ней такого, но впечатления у меня самые-самые такие, да. Я даже не знаю, вот я не могу сказать, что что-то там такое происходит, но вот вы знаете, после применения даже вот с утра все гладкое, все такое приятное, даже ну, как бы, ну, это нужно попробовать, это нужно, я не знаю, ощущения от применения маски самые-самые такие, ну, не было у меня такого, скажем так. И я не могу сказать, что я вам прям вот советую, пожалуйста, купите. Но если вот на самом деле у вас ну, немножко кожа устала, немножко вы как-то подустали, кожа тусклая, и у вас там предстоит какое-то торжественное событие или что-то такое, вы это палочка-выручалочка, честно. Это не реклама, это просто мои ощущения. И я же говорю еще раз, что вот поделилась с подругой, да, она тоже в полном восторге.
Ну, всем спасибо за внимание. Я была рада, что вы выслушали меня и посмотрели. Всем пока-пока.